Алроса за 9 месяцев этого года добыла алмазов на 6% больше, чем за такой же период прошлого. Объем составил 29,5 миллионов каратов. Это произошло за счет роста алмазодобычи на раскопных месторождениях, подземном руднике «Удачный» и трубке имени Карпинского-1 акционерного общества «Североалмаз». Первый вице-президент, исполнительный директор и Алросы Игорь Соболев подтвердил намеченный план по добыче на 2017 год в 39,3 миллионов каратов. Выручка от продаж алмазов за 9 месяцев этого года составила более 3 миллиардов долларов, а бриллиантов – 68 миллионов долларов.